Вот они, драгоценные лампочки, рыжики мы будем ставить. Так, вытаскиваем лампочку. Кстати, хорошая, качественная, ни разу не подвела. Так, выкидывать не буду. Это самая-самая надежная лампа. Берем рыжик. Вставляем. Все. И вставляем сюда, ребята. Вот так вот, хопа. И поворачиваем. Давайте проверим, как светит. Так. О, кайф. Просто кайф. И вот, да, разница есть. Итак, заменил. Проверяем. Горит. Горит. Так, ждем вечера. Так будет понятней. Так, с туманочками. Ну, так, ребята, светит уже с туманочками. Здесь уже не так ярко, потому что уже включено зажигание. А без зажигания, то есть... На габаритах чуть тусклее, но вы все заметили. А со снежком просто вообще так люто смотрится. Просто люто. Супер. Так, сейчас еще включаем аварийку. С аварийкой вообще огонь. Супер. В общем, все мне нравится. Видок просто огонь. Все. А теперь, друзья, едем за второй посылкой. Это у нас химоза. Там будет силиконовая смазка, промывка. В общем, посмотрим, что там выслали мне. Ну так, в пэке все забрал. Кстати, там оплата. Долго проходит всегда. Так, что мне тут прислали на обзор-то? О, обезжиритель универсальный, вообще огонь. Тема графитовая, я ее люблю. Графитовая, надо батьку задонатить. О, смазка ВД, вообще, кстати, она классная. Она очень лютая. Так, ну, наверное, и силиконовая смазка. Тоже я ее обожаю. Дальше это, наверное, цинкарь. Да, кайф. Кайф, это просто жир. Просто жир. Дальше что это у нас? О, очиститель карба. Да еще в большой. С ума сойти. Так, а это что такое интересное? А, понял. Обрабатывать пороги там будем. Это все весной. Задуем прям по максимуму. Антикор. Так. Это для скрытых полостей? Или как? Да, скрытых полостей. И что у нас тут? Пуш-сало. Тоже огонь. Те места, где нельзя отпескоструить, почистить. В общем, пуш-сало спасает. Хорошая химоза. Будем применять, ребята. Ну что, ребята, в принципе, на этом все. Здесь и зафиналимся. Все ссылочки будут в описании и на эту химию, и на запчасти Свесташоп. Всем удачи и пока!